Всем привет! Недавно выложил видео с дистанции, но что-то пересмотрел все, подумал, что хлипковато, вот тросики тоненькие, что-то отказался от этой мысли, пошел к друзьям в мотомагазин, взял тросиков тормозных, вот они такие, они толстые, вот эти рубашки. Они длинные по 2,10 метра. В общем, внутренности все удалил оттуда и вставил свой 3-миллиметровый тросик. Вот он. Получилось, думаю, что немножко надежней. Вот как это выглядит. Все отверстие. Очень жестко стоит здесь все. Ничего не болтается. Ну, руль, как и говорил, самодельный. Сварил из 6-й арматуры кругляшок, одел 16-ю резиновый шланг, обмотал. Вот оно все крутится, вертится. Все классно. Вот мотор. Пожалуйста. Думаю, что будет работать. Произошла одна загвоздка. Вот с чем рассказываю. Переделал систему управления. То есть у меня были два троса. Один трос с этой стороны, другой трос с этой стороны. И переделал вот на такую систему. То есть там ролик обводной, а все два тросика подходят отсюда. Вот. Закрепился, значит, вот таким макаром. Здесь есть центральное отверстие. Оно чуть-чуть больше 10. Вот, блин, было бы 10, было бы клево. Вот. Здесь сделал демпфер из силиконовой трубочки, чтобы он тут не колбасил. Это, конечно, все, кто-то скажет, может, и шутка. Может, это все недолго прослужит. Ну, посмотрим, в общем. Просто хочу поэкспериментировать. Время вроде есть заниматься. Вот и занимаюсь ерундой всякой. Кто-то скажет. Здесь то же самое. Также барашек, контрагаечка, вот там. Также. Вот. А загвоздка была вот в чем. Значит, с такой системой у меня мотор не хотел подниматься. Он упирался у меня туда, в транец упирался, болт. Вот. И, блин, не знал, что сделать. Вот. Ну, вот та старая система, которая у меня была. В общем, а это сейчас все работает. Вот сейчас покажу. Оп, пожалуйста. Все. Это свободная плавающая штука. Сама. Вот там стоит у меня втулочка алюминиевая. То есть чуть меньше хода, чем... Вот. Но она гуляет туда-сюда специально, чтобы все это дело с мотором ходило. То есть мотор сейчас там не задевает ничего. Вот, конечно, это не есть гуд. Хотелось бы купить заводской, оригинальный, но, блин, ну нету бабла. Даже не то, что нету, просто жалко. Очень жалко. Денег, конечно, и надо, но очень жалко. Даже в этом положении работает все. Ничего никуда не задевает. Причем троса очень жестко все. Достаточно. В общем, натяжка тросов происходит, опять же, следующим методом. Пожалуйста, можно с этой стороны, можно с той стороны. Отворачиваешь гаечку, эту, да, и этой гаечкой начинаешь натягивать тросики. Вот. Они тут очень жестко стоят, очень хорошо натянуты. Вот. Думаю, что должна срабатывать. Ну, в аварийный режим, я думаю, он тоже, если там на бревно, на топляк какой-нибудь налететь. Думаю, что он будет откидываться, потому что ему ничего не мешает. Вот. С тентом пока забил. Вот тент лежит, все уже готов. Вот. Стекла есть, полностью тент. Сшили. Но пока хочу так попробовать. Тент попозже немножко. Ну, здесь
Здесь уже, как показывал, тут все просто, все жестко. На борт просто одевается, на борт, и все. Она очень туго одевается. Ее даже сейчас, наверное, не снять ее. Ладно, не буду снимать. Вот. Ну все, мужики, как-то так вот. Попробую. Как раз сейчас выходные на рыбалку поеду. 60 километров. А потом отпишусь. А, сниму на воде видео, как это все работает, не работает. Какие беды приключились, какие не... Или может ничего не было. В общем, всем пока.